Всем большой привет, дорогие мои зрители! И сегодня я хотела бы с вами поговорить точнее, или даже, может, посоветоваться. В Турции просто какая-то нереальная жара настала. Сейчас даже так Еще даже вроде не лето, да, у нас май на дворе, а жарко, как будто у нас август. Вот. О чем я хотела на самом деле поговорить? Видео будет болтологическое. Смотрите, когда я создавала канал, да, он у меня был такой, грубо говоря, о моем деле на тот момент, да, то есть я любила рисовать, и для меня это тогда было как бы каким-то таким ключевым, да, вокруг чего строилась мой день, там, не знаю, моя работа и так далее. Я не ожидала, что я как бы буду меняться и так сильно меняться, как вот случилось на самом деле. И сейчас я понимаю, что мои интересы очень поменялись, да, очень поменялись, и я даже не знаю, вот этот вот канал, он характеризует меня или непосредственно какую-то деятельность. Да, вроде как он называется, вот именной, да, он называется Julie Rose, и вроде как это просто имя автора, да, то есть мое. А в плане, допустим, у меня поменялось хобби, да, могу ли я это хобби там как-то... Да, ну что ты так прям это самое? Тебе жарко, да? Тебе жарко, мне тоже жарко. Вот, могу ли я менять свой канал в соответствии с моей же жизнью? Я, честно говоря, даже и не знаю. И вот у меня сейчас стал этот вопрос ребром, да, у меня есть второй канал, да, Julie Rose Life, и я понимаю, что у меня нет сил вести два канала. Ну да, да. Но нету у меня, ну ладно, иди со мной сиди. Нету у меня сил на два канала, да, я понимаю, что это было бы, наверное, более логично, да, и человек, который там одновременно показывает и рисование, и как готовить там оладышки, и как зарабатывать деньги, и как там, я не знаю, заниматься йогой, да, я вот разных людей смотрела, есть люди, которые на каждое хобби создают отдельный канал, и это все как бы логично, такие тематические каналы, да, а есть люди, которые ведут свой один канал и туда запихивают все, начиная от оладышек, заканчивая заработком денег, йогой, могой, воспитанием деток, там, бракоразводные процессы, там, юридические тяжбы и все такое, да, то есть все запихивается в один канал. Мы сегодня будем вдвоем с Дадой вести, в общем, она у меня такая вот. Это, кстати, моя кошка, которая была при смерти, вот я ее принесла домой, она почти что умирала. 2 месяца мы боролись за ее жизнь, не знаю, к чему я сейчас рассказываю, но это к тому же тоже, да, вот часть моей жизни, она вот такая, сейчас Дада выжила. То есть такая гигантская кошка стала. Вот, то есть отчасти мне хочется вести, наверное, канал более такой личный, более обыкновенно житейский, да. Все темы, как сборную солянку пихать в один канал, потому что, ну, вот так вот. И я понимаю, что это как бы может вызвать какое-то там негодование у зрителей, да. То есть это будет как минимум непонятно, то есть на кого мы подписаны, ну и так далее. Особенно если учитывать, что у меня там первые мои видео вообще без голоса, я записывала вектор, да, просто рисовала, записывала. Вот, и я даже, честно говоря, у меня был период, когда я ездила там в Москву, у меня была неудачная поездка в Индию. В общем, это были мои духовные поиски, точнее, мои попытки духовных поисков. И я там была месяц, и я записывала это прям онлайн-дневник, да, на свой второй канал. Я понимаю, что для меня это очень ценный был опыт, очень важный был опыт. Я думала, может быть, на вот этот вот канал основной, там, все их, знаете, превратить в такой сериальчик маленький, там, из 4 буквально серий, и весь этот мой месяц, все мои, там, переживания, все мои траблы, все мои умозаключения записать буквально, там, в 4 видео, ну, то есть склеить, да, все мои влоги, там, они короткие буквально, и записать на этот канал. И уже потом впоследствии не вести 2 канала, а просто вести 1 этот канал. И мои духовные поиски, и моя работа, и моя там жизнь личная, и мои там кошки, и там и все что угодно, да. Все что угодно, все что мне важно, все что мне интересно. Солнце скачет. Поэтому, возможно, кадр будет немножко
немножко меняться. Я тут все смотрела вчера про это самое. Как сохранить молодость? Не знаю. Знаете, там осанка, мышцы, расслаблять шею, массажи. Вот это все. То есть я начиталась там вплоть до того, что энергия, она чисто может зависеть от физического тела. То есть если наше тело находится в состоянии такого застоя, да, то тоже может не поступать энергия. То есть для этого нужна там зарядка, нужна там какая-то физическая нагрузка, либо наоборот, тотальное расслабление, ну, там, массаж скорее, или какой-нибудь там спа. Вот эти вот все. То есть тоже, да, связанные вот эти вот все вещи, то есть у нас как идет тело, дальше идет там тонкое тело, душа, Бог. Ну, это по религиозной концепции. Не знаю, кто в это верит. Вот я в это верю в последнее время. То есть из нескольких аспектов складывается одно целое. Ну, можно как бы так, наверное, выразиться. Вот. Поэтому если мы работаем над одним, но совсем не работаем над другим, то результата не будет вообще никакого, я так поняла. Ну, или он такой крохотулечный будет, что его даже не заметишь никак. В общем, да, меня опять потянуло на какие-то философские размышления. В любом случае, мне будет очень приятно, если в комментариях напишите, как для вас будет, скажем так, удобно. Да, что вся моя жизнь будет на одном канале, и это будет, честно говоря, большое благо для меня, как для автора. Ну, я думаю, все, у кого есть канал, это поймут. Да, гораздо проще вести один канал и туда заливать все, даже если тематики, ну, прям очень разные. Вот. С другой стороны, знаете, вот я начала изучать, допустим, какую-то тему, и она у меня всегда отражается на рисовании, да. Ну, вот это, я думаю, было заметно, что у меня последний блог был тема ислам. И, конечно же, это не случайно, это просто потому, что мне я увлекаюсь сейчас религиями. Вот. Не так, наверное, прям глубоко-глубоко, чтобы прям вот выбрать, какая мне больше нравится, вот я вот это мне нравится, а это не нравится. То есть, да, безусловно, между религиями есть отличия, я это не отрицаю. Я не говорю, что прям все одинаково, они разные в корне. Но, мне кажется, источник один. Источник один. Вот, поэтому мне как бы, в общем, просто сейчас нравится изучать эту философию. А еще я помню, меня сподвигло вести второй канал, то, что где-то я тут делилась какими-то своими тоже умозаключениями, и мне начали писать, что Юля, да у тебя просто переходный возраст. Не переходный, а уже, знаете, старческое, наверное, что-то там, кризис среднего возраста, или там у тебя просто там, короче, мало у тебя что-то веселого в жизни. Мало чего-то интересного в жизни, и тебя вот потянуло в какие-то там вот, да, эзотерические глубины. Маша! Села снимать, и прям солнце уходит. Только небо затянуло, как будто сейчас прям дождь пойдет. Вот такое у меня видео. Все, высказала все, что хотела высказать. И я надеюсь, что у меня это давление внутреннее пройдет, да, я все-таки стремлюсь к какой-то гармонии, как минимум внутренней. Ну, а впоследствии, конечно, я надеюсь, что придет и внешнее. Да, конечно, вот все эти духовные поиски послужили мне такой вот, знаете, как вонзили кол в самый центр всей моей жизни, и теперь надо как-то все это снова, знаете, соединять, но уже исходя из новой картины мира. Вот, в общем, на этом все. Всем спасибо за внимание, и всем до новых встреч, кто останется на этом канале, и всем пока!